Друзья, в нашем магазине игр стартовала весенняя распродажа. Игры со скидками до 90%. Так у вас есть возможность заполучить Dying Light 2 за 389 рублей вместо 2500 в Steam. Rust за 169 рублей, а не 3000 в Steam. И CSGO Prime Status за 159 рублей. А также много других популярных игр вы можете заполучить с шикарной скидкой в нашем магазине. А за покупку игр все мои зрители еще и подарок получат. Ссылочку я оставлю в описании. Не упустите свой шанс. Как она лагает? Просто хаваем деревья. Со мной мой меч. Я не готов. А чё? Там густик 250 стоит, охренеть. Отличная мысль. Всё, живём на одних танках. Мы теперь. Кстати, мне здесь максимально щелик. Можешь свапнуться, если хочешь. А, уже вроде. А тут скиллы никак не улучшены. Просто... Не, ну, просто жрёшь танго и все. Кем надо мне? Я тебе кинул. Сделаю. Так, ты на ком? Луна. Забанишь? Застанешь? Забанишь? Кинешь бан кому-нибудь. Ну, получится. Со второго скилла. Не получается, нет? Ну, я почти. Да, получится. Если получится, то, то застанешь. А, было раньше. Уже иду. Ух вы какие. Кайфово. Превосходно. А, ё-моё, стоило мне отойти, как сразу на меня нападают. Ай, больно? Ну я мид стопудово не пойду. Я могу поставить. С честью. Да отвали ты со своей пассивкой. Достанет? Не достало, фух. Ему подгузник надо поменять, типа. Бой не ждет. Топорик купить. А топорика нет. Как прикажете. Тут ПТ-шек нет. Ясно. Тут вообще нет предметов. Да, топор, блин, ты все. Тут вообще особых предметов нет. Тут просто хаваешь деревья. Главное старше, чем больше деревьев съесть, деревья не рисуются. Чем больше деревьев съесть, тем меньше у них будет деревьев. Так, мы постоянно хаваем деревья. Тебе не скрыться. Да, герой меня выполнил самый лучший. Да, я вообще на мипа что-то не хочешь сказать. Ну, в принципе, у тебя похуже будет. Какое же дикое замедление у этого скилла. Блин, конечно, с лайном у нас. Один замедляет еще и с БКБшкой. Или без БКБшки. И до свидания. Классочка. Я в априори слабак. О, да. Вперед. Исчезните. Сделаю. Душим, душим, пацана. Котя, нет! Где на? У меня крутилка сейчас будет.
Правда, ему пофиг на мою крутилку. А вот ему нет. Ну, я тебе не помогу. Да, не надо. А, попал! Ну, я наугад кинул. Ну, неплохо кинул. Просто фармлю крипов. Не, брат, не догонишь. А вот так догонишь. А вот так очень даже догонишь. Блин. Так, а что тут с предметов вообще есть? Гост, маска, что-то амулет есть. Ого, погнали. Мне кажется, будет отличный геймбой. Очень суперский. Тут ветки убрали, кстати. Ну, конечно. Это было бы жестко. Я думал... Ну да. Стал ты со своим замедлением. Конечно. И тебе одному оставаться, Влад. А смысл? Они тебя вдвоем заковыряют. Да и так ковыряют. Кому уже мне мана нет? Кому нужен инвиз, говорите. Я кадешился. Блин, а Гуля тут имба получается. У всех будет много статов. Как прикажете. Я его вообще не пробиваю. Ни физика, ни магия. Еще больше. Я сейчас по крипам пойду. Я же сказал, по крипам пойду. Сука, что ты такой быстрый? И этот со своим замедлением. А с ним тыкаться вообще... Давай, иди, иди, там он, то он там. Крутилку нажимай. Стреляй. Хорошо. Да. Близится твоя смерть. Так, надо деревья поесть. Атакую. Может, кто-то там баунти возьмет, а? Луна. Луна. Слушайте, Луна, а мипа, кстати, что? Сильный, по идее, должен быть. По факту, да, но я первый раз на нем играю. Влад, зачем ты ему тогда отдал? Не знаю, просто. Не знаю, почему за мной поменялись именно. Гуля к тебе идет, Влад. Что ж там? Гуля к тебе идет. Ну пусть идет. Ну да. По итогу никто друг другу ничего не сделает. Ну да, мне кажется, тут просто все будут суперсильные, суперстатовые. Тут никакого баланса. Не, ну чё, Гуля получается суперсильный за счет того, что пассивка у него. Он будет просто всех жрать. А, ну и мипа, в принципе, а, сильный. А, кстати, Тусларк, по-моему, сильнее всего, Тусларк. Да, 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 да. Промедление.
Предлагаю просто к базе их подзажать. Так. Уже иду. Ба. А кто там сверху? А деревья оканчиваются. Дом. Не советую иметь с ним дело. Почему? Джаггер против Дума. То нормально. Луна, я их к тебе веду. А ща поймать. Ебать, Сатурн. Это мой лес. Уходить надо. Иди сюда. Серьезно, вот ты откуда тут взялся? Блин, а тангусики захавать, которые насобирал 35 уже. У Дума, кстати, тоже супер сильно за счет его второго скилла, а точнее первого. Ну да, третий. Первый, второй, третий, какая разница. Сука, чуть-чуть, одна секунда не хватило кулдауна. Жалко кулдаун на тангусик. Иду. Веселый геймплей, ничего не скажешь. Рошанчик забирать, что на тебя икс. О, да. Жгернал? А икс заберешь? Спешу. Что там, Гуля не убивается? Ну никак. Вот ты о чем? Пацаны, отвалите. Он только себе хуже сделал. Откуда тут один гриб взялся, интересно? Мы можем пойти сломать их. У меня статов больше в разы, чем у них. Так, пойдем. Я вот уже здесь, в принципе. Сука. Тут еще и гуля. Чуть-чуть не хватило. Ай. Больно, ай.
Бежит за мной. Не добежишь. Я уже нет. Сука, догнал. У кого сколько скотов? Влад, тебе надо побольше деревьев кушать. Так я кушаю постоянно, смотри, я тут бегаю от Сардара по всей карте и ем деревья. Он просто, понимаешь, он через всю карту за мной уже пробежал. А, яс. Блин. Все, передумал. Нет такого. Кстати, у меня есть встроенный диффуза. Моя сила. 42 дерева, как их съесть? Мне кажется, что не так. Не заканчиваю. А, вы прям заканчиваете? Да. Ну а что продолжать? Тогда я иду. Мипаря убить не могу. А чем Гуля занимается? Его вообще не смущает, что там трон падает? Нет, его, походу, вообще не смущает. Ой, трешовая кастомка, чисто так, для разнообразия, но бред полнейший.